А мы сегодня прилетели буквально час назад. Остановились в гостинице и уже гуляем по ночной Барселоне. Мы очень устали, но мы очень счастливы. Находимся в очереди в музей Пикассо, и пока мы стоим, эти очень симпатичные молодые люди для нас поют и танцуют, чтобы нам не было скучно в очереди. Спасибо. Музей Пикассо в Барселоне. Это я, Христо Тодоров.